С утра пораньше на рынок на пересечении Авроры и Аэродромной снова нагрянули эвакуаторы. Пока нелегалы нервничают, пенсионеры спокойно торгуют поблизости овощами со своего огорода. До конца августа от незаконных ларьков здесь предстоит освободить 8 тысяч квадратных метров. Сейчас торговцы занимают территорию в 5 раз больше, чем следует из документов. О том, что незаконные киоски будут сносить, предприниматели предупреждали еще 2 месяца назад. В пятницу некоторые владельцы пошли на встречу специалистам городского департамента потребительского рынка, вывезли товар и подготовились к эвакуации. Власти также пошли им навстречу. Из 6 киосков 4 отправили не на штрафстоянку, а куда попросили предприниматели. В случае, значит, если предприниматели или хозяйственные субъекты захотят добровольно вывести к себе на территорию свои павильоны, значит, соответственно, им будет оказана всевозможная помощь для того, чтобы данные мероприятия были проведены в рамках уже самовывоза. Бойкая торговля на перекрестке Авроры и Аэродромной ведется с 90-х годов. Тогда здесь появился рынок «Лотос». В последние годы «Лотос» стал обрастать незаконной ярмаркой. Торговцы уже заняли тротуар. Санитарное состояние рынка оставляет желать лучшего. Ни воды в достатке, ни туалетов. Подъезды ближайших домов превратились в общественный туалет, а дворы – в автостоянку. Покупатели не раз обжигались, приобретая здесь некачественные продукты. Они старее, никуда не денешься, да. Ну, раз в таких условиях тут и жара, а там же и рыба разложена, и мясо, и все. Половину убрать, половину оставить. А потому что они все гнили, и вот тухлятины, все это ерундой. Вот. Ну, сами знаете, удобрение, этот вот, селитр, вот этот. А это вот бабульки, они же с огорода все это. Ряды для пенсионеров останутся, как и более 50 киосков, у которых с документами все в порядке. До сентября с рынка вывезут все 150 незаконных торговых объектов. 15 из них уже демонтировали. После этого территория качественно преобразится. На пересечении Авроры и Аэродромной городские власти планируют восстановить асфальт и создать прогулочную аллею. Ольга Морозова, Павел Баймаков, Дмитрий Тарасов. События.